привіт! Це Олімпійський батл, і сьогодні у нас буде реальна заруба. Тож дивіться далі. Всім привіт! Це знову Артем Поштарьов. Я знову приймаю участь в Олімпік батл. І сьогоднішнім моїм опонентом буде Роман Кадемін, журналіст. Let's do it! Всем привет, меня зовут Роман Кадемин, я журналист, и сегодня осуществится моя мечта. В олимпийском батле я буду обыгрывать в бадминтон чемпиона Украины по этому виду спорта Артема Почтарева. Ну что, Роман, мы с вами уже давно знакомы, и вы очень хорошо знакомы с бадминтоном. Еще недавно мы с вами комментировали чемпионат Европы в студии, а теперь сегодня мы с вами встретимся на кортах и проверим ваши навыки. Да, Артём, мы давно знакомы, но мы ни разу еще не играли друг против друга на бадминтонном корте. Наконец этот день настал. Я специально попросился в программу «Олимпийский батл», чтобы сегодня все-таки воспользоваться своим преимуществом не только в росте, но и в том, что вы после травмы, поэтому я думаю, что вас обыграю. Давайте это попробуем сделать. Так, а что мы будем делать сегодня? Мы сегодня с вами разомнемся, сделаем такую легенькую разминочку и потом приступим уже непосредственно к игре. Ну что, мы начинаем играть, да? Ну, я вас с правилами игры знакомить не буду, так вы уже опытный у нас боец. Поэтому мы начнем с с разминки, да, на полполя. Правша, но могу и левой, могу и правой. Ну что, готовы? Высокодалекий. Давайте высокодалекий. Поделаем высокодалекие для более сильного разогрева руки, всего тела. А мы здесь уже ждали, мы ждали. Хорошо, это есть. Ну что, начнем мы игру. Опа! Запомните эту подачу, она, возможно, будет у вас последняя на сегодня. Поехали. Мне нужно разрушить этот счет и взять ракетку в правую руку, чтобы счет пошел, понимаете, он начался в мою пользу. Поехали. Вот, видите? Но теперь снова я перехватываю в левую, и счет идет обратно. Вот, я же говорил, просто нужно было взять один раз. И один раз ударить правой рукой. Но! Снова аут! Роман! Я понимаю, что у вас... Я понимаю, что у Романа физические данные слабоваты, да, он так признался, но не настолько же. Аут! 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 Я чувствовал, что аут! Пу-пу-пу-пу-пу! Все, спасибо. Спасибо, Артем. Вы понимаете, что это был выставочный матч. Конечно, Артем – это глыба, до которой такому спортсмену, как мне, просто не дотянуться, уже нереально, как бы не занимался бадминтоном. Конечно же, мне поддался, потому что сильно должен поддаваться слабому. Но это не меняет результата на табло. Игра забывается, а результат остается. И сейчас сегодня весь Киев, вся Украина будет знать, что я вам обыграл. Поверьте, я в этом постараюсь. Но все равно, приходите, занимайтесь бадминтоном. И радуйтесь. Сейчас задание от меня в нашем батле. Ну, представьте, допустим, что идет финал Олимпиады по бадминтону, и счет там 20, 21-20, допустим, решающий розыгрыш Волана. Как бы вы его прокомментировали? Выберите там двух игроков, какие посчитаете нужными. Вот просто там буквально 15 секунд разыграйте комбинацию, вот, что победа, и человек становится олимпийским чемпионом. 3-2-1, поехали. Задание я понял. Называю фамилии, которых, возможно, не знаете. Можете загуглить и узнаете. Играет Кен Томомото в финале против Виктора Аклисона. Это две глыбы бадминтона. Наравне со мной, вот так, знаете, справа. Вот. И счет 21-20 в пользу Мамоты. Он ведет третьей партии. Итак, дорогие друзья, я начинаю, да? Счет 21-20 был перед этим такой сумасшедший розыгрыш. И вот счет 21-20, одно очко отделяет Кенту Момоте от звания олимпийского чемпиона. И что же сейчас будет? И
И что дальше? А на, дальше нужно было сказать, ну, вот как в футболе комментаторы кричать. И гол! Все. В принципе, я вижу, что... Я могу еще и петь, оказывается, может... да? Возможно. Об этом ходят легенды по Киеву, караоке, да, все знают. Но я хочу сказать, что действительно и хороший был комментарий, и хорошие были мнения в качестве эксперта. Спасибо, Роман, за такие приятные комментарии. А я вам пожелаю, что у вас, с вас все-таки может получиться чемпион Украины среди ветеранов и аматоров. Поэтому бадминтон – вид спорта для всех. Ну, вы должны понимать, что такие комментарии не в последнюю очередь, потому что сегодня у меня хорошее настроение. Вау, сьогодні у нас був реальний батл, ви так не вважаєте? Отже, попереду у нас ще дуже багато чого цікавого, а на цьому ми вам кажемо па!